24 октября. Октябрьский. Дворец молодежи. Полуфинал Октябрьской лиги КВН. Команды, как и всегда, не давали зрителям расслаблять животы. За час смеха был накачан не один пресс. Давай, они молодцы! ОКСТ. Ну, какая команда? Я не знаю, не запомнил. Вася Периферия, молодец! Мне «Я люблю» понравилось. Мне понравилось «Я люблю». Запомнилась шутка именно из команды «Я люблю» про то, что их всех выгнали с коллектива. Эта шутка была очень острая, потому что на самом деле они занимались у меня. Все живее! Гитарист? Нет, это подбога. Потому что мы любим другие команды. Да, очень сильно. А еще мы красивые. Да. Ну что, у нас вот сердечки на руках такие классные. У нас еще есть два сердца, да, вот это и вот Карина. Очень красиво. На самом деле, у нее очень красивое имя. Очень приятно. Финал прошли все 5 команд. Лидируют пока веселые и находчивые из Стерлитамакского института физической культуры. Но игра еще не сыграна. Битва за место быть первым состоится в декабре. Светлана Ахмадиева, Рузиля Сибулин, телеканал ЮТВ «Октябрьский».